Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Макс ТВ. В этом видео вы узнаете, как будет выглядеть iPhone 8. Хотя до выхода нового флагмана еще далеко, тем не менее компания Apple уже представила несколько официальных концепт-видео с описанием характеристик и дизайна будущего смартфона iPhone 8. Итак, поехали! Apple вносит улучшения в каждое новое поколение iPhone, однако на протяжении последних лет они не касаются размеров и расширения экрана. По слухам, новый iPhone 8 получит изогнутый дисплей, выполненный по технологии OLED. Предполагается, что толщина рамок экрана смартфона уменьшится, а датчик Touch ID будет размещен в самом дисплее. В iPhone 7 и iPhone 7 Plus производитель провел апгрейд кнопки «Домой», которая хотя и выглядит как физическая, на деле является сенсорной поверхностью. Компании Apple намерены пойти еще дальше и превратить аппаратную кнопку «Домой» в виртуальную. Ее функции будет выполнять участок экрана. Каждое новое поколение iPhone получает более функциональную камеру по сравнению с предыдущим. Вполне возможно, что Apple продолжит работать в этом направлении и реализует двойную систему камер с оптическим зумом в 4,7-дюймовой версии iPhone 8. Также не исключено, что в новом поколении смартфонов фронтальная камера будет встроена прямиком в дисплей. Новый аккумулятор iPhone 8 будет работать намного дольше. Согласно предложениям, для того чтобы увеличить длительность автономной работы, Apple может оснастить iPhone 8 более эффективным процессором Apple A11 или реализовать поддержку технологии быстрой зарядки, стандартной для большинства моделей Android-смартфонов. Для рядовых пользователей реализация технологии беспроводной зарядки позволит не задумываться о пополнении заряда аккумулятора в течение дня. По некоторым данным, в настоящее время Apple работает над технологией беспроводной зарядки, которая позволит заряжать устройство на расстоянии до 4-6 метра, без контакта гаджета с зарядным ковриком или платформой. Одним из преимуществ новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus стала пыли- и влагоустойчивость, хотя многие путают этот термин с водонепроницаемостью, что не совсем верно. Как уверяет производитель, смартфоны выдерживают погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. По мнению многих, было бы неплохо, если бы Apple повысила влагонепроницаемость нового iPhone 8 до уровня смарт-часов Apple Watch или камеры GoPro Hero 5. На данный момент это вся официальная информация о iPhone 8. Но как будет выглядеть смартфон будущего на самом деле, никто не знает. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.